Сегодня мы рассмотрим коррекцию покрытия гель-лаками Lovely. Первый шаг – снимаем цвет до базы. После чего подготавливаем ногти к покрытию. Подбираем длину, корректируем форму и выполняем маникюр. Покрываем все ногти праймером Lovely. Праймер бескислотный, сохнет на воздухе в течение 30 секунд. После базы Lovely распределяем тонкий слой по всей ногтевой пластине. Я выполняю сразу по 2 ногтя. Очень внимательно проходимся по боковым параллелям, чтобы у нас не оставалось никаких пустых островков. Ставим по небольшой капельке на каждую ноготь для выравнивания и укрепления стрессовой зоны. Капельки ставим на серединку ногтя и тонкой кисточкой распределяем по всей ногтевой пластине. Очень тонко подходим к боковым валикам и также, чтобы не было у нас поплыва на свободном крае. Добиваемся идеальных бликов и отправляем сушиться в лампу 1 минуту в LED-лампу, после чего повторяем на следующих ногтях то же самое. Переходим к дизайну. Для дизайна я выбрала гель Shine. Бронзовый оттенок 0,5. Им я буду выполнять линки. Гель очень плотный, прекрасно наносится в один слой после всей гели лавы. Выполняем линки и переходим к основному цвету ногтя. Для основного цвета я выбрала из коллекции Lovely 0,29. Это теплый фиолетово-бордовый оттенок, который прекрасно подойдет к нашим бронзовым лункам. Цвета Lovely очень плотные, и их можно наносить в один слой. Тонкой кисточкой я помогаю себе пройтись вокруг лунки и по всему периметру ногтя. Не забываем также прокрасить торец ногтя. После ставлю небольшую капельку цвета на ноготь и распределяю ее по всей длине до однородного цвета. И такой вот красивый однородный цвет у нас получается в один слой. Темные ногти я предпочитаю покрывать топом Lovely без липкого слоя. Покрываем все ногти и запечатываем торец ногтя. Если у нас есть небольшая длина, покрываю изнутри. Сушим в LED-лампе 1 минуту. Коррекция выполнена. Все на материалах Lovely. В дизайне использовали 0,29 цвет и коллекция Shine 0,5.